Здравствуйте, мои дорогие любители пасхалок, отсылок и секретов в видеоиграх. Сегодняшний выпуск игровых пасхалок будет посвящен такой легендарной игре, как Just Cause 2. Я постарался собрать все самое интересное, что присутствует в этой игре, так что желаю приятного просмотра. Ну и давайте же сразу будем начинать. Первая пасхалка и самое главное. Это тот самый остров из известнейшего сериала Lost. Он также недоступен, как и остров в сериале, и подлетая к нему, наш самолет также в обязательном порядке будет уничтожен. Ну и самое главное, что на этом кусочке суши огромнейшее количество секретов. Тут же можно встретить обломки самолета, который потерпел крушение прямо на пляже. Это прямая отсылка к сериалу Lost. Ведь там тоже сюжет начинает развиваться после того, как самолет разбивается на берегу необитаемого острова. А на берегу можно найти также надпись Search, что означает «ищи», и стрелку, указывающую вглубь острова. И если пойти по направлению, указанному стрелкой, мы можем обнаружить в земле бункер, отсылающий нас к знаменитому бункеру из сериала Lost. Также на этом острове мы можем встретить человека, объятого облаками густого дыма. А ведь в сериале Lost тоже было облако черного дыма, которое охотилось в джунглях на главных героев. Идем далее. На одном из пляжей Панау мы можем обнаружить лежащего огромнейшего мертвого кита. И если подорвать его взрывчаткой, то внутри его окажется небольшой ящичек с секретом. Также в игре мы можем встретить огромное количество плакатов, изображающих главного диктатора Панау. И если прицепиться кошкой около изображения лица, то мы сможем использовать такую вот возможность – подрисовать ему черным маркером очки и усы. Это просто отличная шутка. Следующая пасхалка. В Северных горах у одного из домов нам встретится снеговик. Если мы подойдем к нему, наш герой скажет, что он очень похож на Блейна. Это явно отсылает нас к такому знаменитому фокуснику, как Дэвид Блейн. И его главному достижению, когда он провел несколько часов замороженным во льду. Похож на Блейна, просто одно лицо. Привет, мистер Снеговик. Пространственно-временной туннель засунул. Срать в присядку. Назад в будущее тут устроил. А кто машину вел? Марти Макфлай, бля. Веселенько получилось. Заидрис, Дэвид Блейн. Здорово. Далее. На одной из полян мы можем увидеть вот такую вот надпись «Banana Fail», выложенную бананами. Еще секретик. На одной из колоколен мы можем найти игрушечный пистолет, который стреляет мыльными пузырями, но толку от него мало, так как он не наносит вреда врагам. В игре нам также встретится такой вот танкер, лежащий посреди пустыни, который отсылает нас к знаменитому кораблю Эдвард Болен, который также одиноко лежит посреди африканской пустыни. Только в нашем случае он уже не одинок, ведь вокруг него местные аборигены уже построили небольшую деревушку. Еще одна пасхалка. На причале одного из городишек мы встречаем одиноко стоящие стул и столик. И это явная отсылка к фильму «Я – легенда», где главный герой Уилла Смита также сидел на причале каждый день и передавал по рации сообщения выжившим. Зовитесь. Вы не одиноки. В игре мы можем найти красочный воздушный шар и даже полетать на нем, отстрелив при этом грузы, удерживающие его на земле.
В одном из озер мы можем увидеть плавающую акулу, хотя если прицепиться к ее плавнику кошкой, мы увидим, что это вовсе не акула, а лишь плавник на моторчике, и ничего плохого от него не стоит ожидать. Еще в игре нам встретится один из островов, и если взлететь и посмотреть на него сверху, то мы увидим, что по форме он напоминает череп, и это означает, что на нем собралось все зло Панау. Следующая отсылка. На вилле мы встречаем группу отдыхающих у бассейна людей. А возле них стоит мангал, куча сосисок и ящик с пивом Кропф. Это отсылает нас к знаменитой немецкой пивоварне из Цюриха под таким же названием. На сегодня это была последняя пасхалка. Кому понравилось мое видео, не забываем ставить лайк и подписываемся на мой канал. Ну а на этом все. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Пока!